Чекаем сразу, мог ли он залететь летунами. Хорошо, это может нам дать преимущество некое. Блин, так и такой на самом деле наркоманский вот этот вот отряд. Кого-то он увидел, наверное, это был летун. Ух.
Так, какое-то движение. Опа. Боеготовность. Окей. Жаль, далековато, конечно. Можно, конечно, рискнуть и вылететь летуном одним. Точнее, одним забросить Грену, другим забрать его, этого ханта. Тем самым обеспечить себе преимущество. Ну, сейчас посмотрим. Сектоид командор, сектоид командор. Блин, я боюсь, у него тут сканер валяется просто. Где-то. Ну давай сюда. Да, опять у меня парящий летун.
продолжай разведывать, Слейв. Опа! Вдруг у него Overwatch, короче, вот что я думаю. 35. Так хочется вжарить по нему. Отлично. Но у меня, правда, застрял летун. Но от отчаяния было сделано или что? Давай легкий лейт. Есть. Хоть ты и застрял, но ты по максимуму отрабатываешь, короче, свою стоимость. Убил ханта, убил сектоида, в принципе, вообще отлично. Я не знаю, о чем ты думаешь, но ты думаешь явно не о том. Ой, так. Кто у него там еще-то остался? А, легкий летун. Окей. Легкий лейт, мы будем тебя помнить. Жаль, что ты так и не увернулся. Так, кого я вижу? А, я вижу этого. Ну, естественно. Так, три юнита остаются у нас. Что тут можно сделать? Я хочу терминировать этого сектоид командера. Даже вот отсюда на самом деле.
конечно. Естественно. Есть. Фу, слава богу. Блин, спасибо, RNG Jesus, спасибо, RNG Jesus. Thank you.